Да, чуть-чуть опоздала. А это что? О, боже, и тут еще человек висит. Половина отрубленной. Так, девчоночки мои приехали в Барселону. Сегодня Каролиночка ездила в больничку, там мы в метро сняли, да? Немножко температурка была. Теперь показываем комнату. Вторую. И первая комната из трех у нас коечек, и вторая. Что тут хорошего? Все почти одинаково. Вот тут вешалка. А у нас нет телефона. Телефона, да кому тебе звонить, Каролин? Нам, мы рядом. Шкафчик. Откройте дверь. Ванна, туалетик. Большая такая ванная. А что тут? Ой, пластмассовые стаканчики, позорище. Ни шампуняк, ничего. Не вижу. Нет. Ну, вот так, как-то так. Это мы в Милане. Ой, в Барселоне. Я уже все страны попутала. Берлин. Мам, я одну конфету потеряла. Барселона, да. Что мне делать? Так, так, в Барселоне вот такой Хэллоуин. Сейчас я вам покажу. Жалко, я вчера не сняла. Тут была, вот это был операционный стол. Тут лежал человек. Вот здесь ноги были отрубленные, валялись. Это была жесть. Вот все органы у него вытащили, смотрите. Руки, а там вот эти ноги валялись. Все внутренности. Это был капец. Знаете, руки разные. Пальцы отрубанные. Кровь собрали. Жалко, что я вчера не сняла. Вот это кровью все было укрыто. Вот это у них, глянь, органы взвешивают. Приборы разные. Гляньте, все повытаскивали. Короче, Хэллоуин на 100%. Да, чуть-чуть опоздала. А это что? О, боже, и тут еще человек висит. Половина отрубленной. Так, ну все, сейчас сниму вам немножко тут ресепшн. Там барчик.